Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Насколько сильно эмоциональное состояние мяукающего друга зависит от его пищи? В этом видео мы расскажем вам интересные факты, как еда влияет на настроение кошки. Подавленное состояние кошки может быть связано с ее питанием. Так, переедание или недоедание ведут к проблемам со здоровьем у питомца, а потому и к плохому настроению животного. Как еще еда влияет на настроение кошки? Давайте разбираться. Кошка может быть не в настроении, если она переедает. У постоянно переедающих животных могут начаться проблемы с желудочно-кишечным трактом, который не справляется с количеством получаемой пищи. Лишний вес повышает риски болезней суставов и костей, сердечно-сосудистой системы, способствует развитию сахарного диабета. Из-за лишнего веса и проблем со здоровьем кошка часто бывает подавленной и апатичной. Недоедание приводит к низкой активности кошки. Из-за недостатка еды у питомца может не хватать сил на игры и общение с хозяином. Также недоедание сказывается на внешнем виде мяукающего друга. Шерсть тускнеет, перестает плотно прилегать к телу и торчит по сторонам. Основной признак нехватки пищи – потеря веса у питомца. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Неправильное питание вызывает усталость и апатию. Если рацион кошки не сбалансирован, то она не будет получать всех необходимых питательных элементов. Это может привести к авитаминозу, прогрессированию мочекаменной болезни, ухудшению качества шерсти. Многие виды пищи трудно перевариваются, поэтому значительно усложняют работу желудочно-кишечного тракта, приводит к поносу, запору, метеоризму. Для поддержания хорошего настроения кошки необходимо своевременно менять ее рацион. Например, нужно вовремя переходить с корма для котят на корм для взрослых животных. Также важно использовать специальные линейки для кастрированных котов и стерилизованных кошек для питомцев с особенностями здоровья. Беременные животные тоже нуждаются в особом питании. Таковы интересные факты о том, как еда влияет на настроение кошки. Помните, чтобы ваш мяукающий друг всегда был веселым и активным, ему нужно правильно питаться. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!